Вот, как и сказали, в Подмосковье грибов под осинников много. В разных местах Подмосковья. Вот Саша нашел большущий, старый уже, и рядом маленький. Отлично, отлично. Это ж надо, в лесу грибов никаких нет, все сухо. А подосиновики, сказали, любят расти в любое время. Они не зависят от влажности. Захотят и растут. Вот так вот. Так что будем искать.